как там говорится в пословицах, не было проблем. Я решила спасти козу. В общем, очень старая коза, ее хотели убить, но я не смогла. Итак, знакомьтесь, это Зина. Да, Зина. Что, Зина сразу прям постояла чуть-чуть и пошла кушать травку. Да, Зина молодец. Сейчас приедет доктор, она не вполне здорова. Сейчас приедет доктор, ее прокапает. Будем капать несколько дней ее. Надо ей желудок, сердце, говорит доктор, восстановить. Ну, коза очень старая коза. Вот, поэтому... Ну, доктор сказал, еще будет жить. Да, Зинаида? Так, ну что, мы Зину немножко прокапаем сейчас. Вот. Немножко ее полечим. Сейчас мы ее прокапаем и копытца ей подстрижем. Угу. Чтобы ее по краске не взяла. Краски не взяла. Есть краски? Есть. Ногти в лимитар. Ногти краски. Педикюр? Зине нужен педикюр. Ну что ж, она будет жить в таких условиях без педикюра.